Всем привет, ребзя! На канале Danny Boy Channel. Меня зовут Денис. Очередной видос о моих играх на PlayStation 2. Ну, давайте начнем. Игрушка Hunting Ground. Эксклюзив на втором PlayStation. Купил недавно. Про игру знаю мало, но знаю, что это. Я любитель survival хорроров. Это я знаю. Офигенный survival хоррор. Разработчик или, там, или издатель Capcom, то, что кто и разрабатывал, издавал Резидента первого, второго, третьего, ну и так далее. Игруха должна быть классной. Пока еще не играл, мне тут заказал одну штуку такую интересную, тоже сделаю на нее обзор с Алиэкспресса, чтобы качество картинки выводилось на новых телевизоров, чтобы была картинка офигенная. Вот хочу, специально жду, чтобы поиграть именно в эту игру на хорошем качестве, на большом телевизоре. Игра, к сожалению, очень дорогая на eBay. В пределах там 2-3 тысяч рублей она стоит. Потому что ну, ее редко как бы можно найти. Но я за ней долго следил, то залез на eBay. Оп, там что-то 900 рублей вместе с доставкой или 1000 там чувак продавал. Ну, я сразу ее купил. Ну, конечно, она не... прям в идеале, в идеальном состоянии. Здесь вот поребухи какие-то. Ну, в принципе, диск сам в хорошем состоянии, и мануальчик есть. Кто игру играл или проходил, пишем в комментариях обязательно. Следующая игруха. Kingdom Hearts, часть 2. Небольшой любитель, конечно. Купил, думал, решил поиграть. Думал, как финалка, там, 7-я, или там, 10-я, или 9-я. Ну, что-то как бы не зашла она мне, побегал там, походил, ну, где-то, наверное, пол игры прошел. Ну, вот такая детсковатая игра, да, и цена на нее была, я здесь в России покупал. Что-то там рублей 200 или 300. Ну, я знаю, что игра классная там. Ну, больше не могу ничего, к сожалению, сказать. Ну, как-то вот так. Полный комплект. Это у нас Valkyria Profile 2 Silmeria. Это JRPG. Ну, JRPG. Японская ролевая. Небольшой, конечно, любитель их. Думал, как тоже купил. Думал, будет как финалка там. Ну, к сожалению, не такая, как финалка. Поиграл, побегал там. Тоже, наверное, где-то чуть больше, наверное, полигры прошел. Потом, не знаю, разонравилась она мне. Что еще сказать? Да больше, в принципе, сказать-то и нечего. Мало вообще об этой игре. Я знаю, что это какой толстенный мануал. Я знаю, серия это еще берет начало с первого PlayStation. Ну, кто играл, пишите в комментах. Вот это экземпляр довольно интересный. Castlevania Curse of Darkness. Там, проклятие тьмы. По-моему, за Тревора Бельмонта играем. Довольно такая неоднозначная игра по Castlevania, потому что довольно однообразная, очень однообразная игра. Локации, враги, все вот эти приемы. Ну, с элементами, конечно, там прокачки, RPG-шка есть. Прошел ее всю, ну, под конец-то просто мега-хардкор. Вообще, там, все они персонажи, семи Бельмонтов там. Прям вообще жесткач. Ну, для меня Castlevania это вот на первом PlayStation Symphony of Night и вот эти. Lords of Shadow и Lords of Shadow 2. Вот это действительно Castlevania. Офигенные две игры. Ну, я, конечно, потом сделаю на них, когда буду на PlayStation 3 делать обзор, более подробно расскажу, но у меня вот это Castlevania, кстати, с субтитрами на русском языке. Я не знаю, можно ли сейчас найти Castlevania с субтитрами на русском языке. На eBay вряд ли найдете. Да. Ну, плохая игра. Поиграть можно. Следующая игруха Сибирь 2. Причем Сибирь, вот это издание, не на английском, а на русском языке. Игра интересная. Квест, ну он такой, как бы сказать, для более женский, потому что за девушку играешь. Вот недавно вышла третья часть. Обязательно куплю, поиграю. Ну, это как бы я ее купил, поиграть, вспомнить, так сказать, былое, потому что начинали там играть там, в 2002 год, что ли. Для того времени игра была классная. Ну, кто, кому интересно, коллекцию так можно купить, как-нибудь поиграть.
Мало, наверное, кто вот об этой игре знает. Кто играл еще в конце 90-х на ПК, знает, наверное, такую игру Monkey Island. Вот эта игра называется Escape from the Monkey Island. Про приключения, такого анимированная игра. Про приключения пирата Гайбруша Трипфуда, по-моему. Хардкор конкретный. Конкретный хардкор вообще. Там под конец вообще просто. Там такое надо. Хотя драться с особо вообще не надо. Здесь только разгадывать квест. Под конец там вообще ее пройти, я не знаю, напишите, кто вообще ее проходил, эту игру. Я ее проходил, ну, с таким натягом вообще. Тоже полный комплект покупал на eBay, там вообще дешево покупал. Ну, такая интересная игра. И еще у меня есть вот три игры. Ну, я их покупал не себе, покупал ребенку. Мы с ним в них играли, какие-то прошли. Черепашки-ниндзя, Лего Бэтмен из видеогейм и Индиана Джонс Ориджинал Адвенчер. Ну, про Черепашки-ниндзя, что сказать. Особо нечего. Ну, такая посредственная игра, особо ничего нет. Игра на английском языке, это просто как инструкция. Посредственная, особо там ничего не сказать нечего. Ну, не советую покупать, мне неинтересно даже ребенку, мне не понравилось. Вот эти игры, вот эти, кстати, куплены в бандле. За 800 рублей с eBay. Вот эти игры классные. Что Лего Бэтмен, что Индиана Джонс. Особенно Индиана Джонс. Нам очень с ребенком понравилось. Играли вдвоем на прохождение. Все прошли, что вот это. По-моему, Бэтмен мы еще не проходили. Они также есть переиздание на PlayStation 3. Можно купить. Но я почему-то решил купить на втором PlayStation, чтобы пополнить коллекцию свою на PlayStation 2 игр. Ну, ребзя, как бы пока все. Подписываемся на канал, ставим лайки, дизлайки, пишем в комменты. Что, короче, хотите, то и делать. Следующие видосы будут уже про третью плойку. Там дисков намного у меня больше. Всем пока!